Ну вот, дорогие друзья, нашему сыночку 8 лет. Happy birthday. Ой, какой большой уже стал. Если посмотреть, какой он маленький был. Вот такой он махонький у нас еще был. Вот такой. Ну вот, друзья, пришло время. Пошли, убежали наверх играть в свою приставку там. Ну, Лео, а ты что нюхаешь, вынюхаешь? Вчера пол мыла, что ты? Не нравится что-то, а? Не нравится что-то? Запахи беспокоят, да? Запахи беспокоят. О, чума. Ну, чуму. А? Лео, мы играем. Разбудили тебя раньше времени, что ли, да? Мы его, кстати, мы едем в отпуск, и его специально, вот если посмотрите здесь, такой чип называется, или по-другому, от Apple. Но моя дочь Фаротст, ну, дочь корону имеет. Я уже выздоровела. И сейчас я, когда Лео сейчас на улицу уходит куда, я могу по телефону узнать, где он находится, когда у него этот транспондер надет. Вот такая ситуация. Вот ночью опять дождик был. Блин, то дожди, то жара, то дожди, то жара. Посмотрим. Надеюсь, сегодня у нас будет все хорошо, потому что мы сегодня празднуем. Празднуем день рождения в парке, где специально Herrenhäuser Gärt, называется, в Ганновере, где специально сделан, как сказать, цирк, маленький праздник в большом парке, так называют, перевести, наверное. И с Микой, с бабушкой, с дедушкой все вместе соберемся. Конечно, Лили позитивная, но еще, ну, не страшно. Нельзя ее целовать и все. Лео, спрятался ты там, да? Спрятался. У нас, как всегда, житовой беспорядок. Да? Деловой беспорядок, скажем. Эй, Лека, ты спишь, да, еще? Тебя буданули, раньше Мика, что ты так рада встал свои подарки раскрывать? А подарок мы будем сейчас собирать, большой у него подарок, поэтому очень мало мы его подарили, так как в подарке сегодня вечером еще бабушка подарит один подарок, и я здесь мелочь всякую подарила. Ну, а самый главный подарок, нужно идти на улицу его собирать. Ну, а после обеда мы приехали в парк, Herrenhäuser Gärt. Здесь было поставлено очень много сцен, где выступали всякие артисты. И было очень много сделано таких интересных рукоделий, что можно было, конечно, попробовать. Это очень красивый сказочный парк в Ганновере. Приятного вам просмотра! Du coin de l'œil, tu me connais pas, mais c'est pas grave, mes intentions sont seulement pures. Je veux t'aimer, je veux te dépeigner, tu me rends déchaîné. Mes intentions sont seulement pures.
темно.